«Тонны краски и киловатты звука». Слоган фестиваля красок в Анапе 2017 как нельзя лучше характеризует идею развлекательного мероприятия. В этом году любители музыки и цвета собрались в поселке Суко. Живописные пейзажи знаменитого Кипарисового озера дополнили яркие краски и летние хиты. Очень весело, все прям замечательно, краски, эмоции переполняют. Фестиваль красок или холи, как его еще называют, индуистский праздник весны. Так полюбился своей оригинальностью и весельем, что теперь его празднуют во многих странах мира. В нашей стране и в частности в Анапе фестиваль набирает обороты с каждым годом. Я была в прошлом году здесь, и с каждым годом тут постоянно все улучшается. Здесь очень круто, просто очень безумное веселье. Конечно, большинство участников фестиваля красок – это подростки и молодежь. Но и старшее поколение не отстает от своих активных детей. Детям нравится, дети уже не первый раз на фестивале. И нас притащили тоже бабушку и меня. Веселое фестивальное лето в Анапе началось яркими красками.